Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Алло на пару! Outfit of the day. Ну, аутфит на самом деле домашний, но я все равно одела кеды, потому что мне не нравится аутфиты снимать в домашних тапочках. Это кеды Converse, джинсы Desigual. Мне нравятся эти джинсы, они с аппликациями такие. И рубашка из H&M. Опять же, мне очень нравятся эти рубашки клетчатые в H&M. Плюс еще здесь такая вышивка. Те, кто давно с нами на канале, уже миллион раз видели эту рубашку. Я ее и с кофточками поверх ношу, и с майками вниз ношу. По-разному ношу. Украшения вот эти в последней бандерольке Oriflame показывали буквально недавно. Они мне тоже понравились, но я их оставила, ну, не сняла, когда я спала. А в комнате бывает у меня очень жарко, когда я сплю. В общем, я, по-моему, их уже испортила, они окислили. Ну, цепочка, по-моему, окислилась уже. Но все равно, мне нравится. Вот здесь такие букашки. Букашки клевые очень. Вот, и сережки тоже давнишние. Давно я брала из Oriflame с такими зелененькими камушками. Ну, пластик. Вот, и такая прическа. В общем, дубль 2 я уже снимала, что-то ошибка карты памяти была. У нас ням-ням, очень вкусная рыбка, макароны, ага, и помидорчики. И у нас весна, море цветов. Дашульку можно снимать? Нет, Дашулька не хочет сегодня сниматься. Вот, да, Даша нам подарила море цветов. Приятного аппетита. Спасибо. Как всегда, на этом месте. Всем привет! Да мы уже здоровались. Когда? В начале видео. Значит, Дашулька ушла достаточно давно, в 7 часов ушла. После этого я отредактировала влог. Выпустила его. Ага! Не вовремя, но выпустила. Вот. И мы решили еще бы не выйти на улицу. Все еще, правда, мороз. Но нет, выйти. Ну уже сегодня потепление, да. Днем было минус 6 всего, сейчас минус 9, но, по крайней мере, не минус 21. Да. Вообще снега нет. Да. Ну, не минус 21. Сухо. У нас вот сухо. Снега нет. У нас еще красивые огоньки горят. У нас вообще замечательная суббота. И у нас собачки ходят. И собачки, но собачки не будут. Сейчас она пробежит здесь. Вот. И... В общем, классно. Вон какие-то шарики из окна. Первое, куда мы сейчас пойдем, это... Аптека. Аптека. И еще мы взяли пакетики сдать в H&M. Нам вчера на эфире напомнили, что мы... Давно не ходили в H&M. Ну да, ну мы на самом деле много куда не ходили давно, потому что в мороз мы стараемся не особо выходить из дома. И очень хорошо. Да. Оказывается, по городу ходит ротавирус. Жесть. Нам даже очень много всяких страстей рассказала. Да. И Анька говорит, хорошо, что мы не ходим на улицу. Я говорю, да, а то каждый подходит и в рот тебе плюет этим ротавирусом. Ну, надеемся, что мы здесь сейчас ничего не подхватим. Инфекция проходила. Да, вот так вот. Мы вот поднялись по эскалатору, и сразу такая красотень. Все такое весеннее, такое прямо-таки летнее. Да, тоже красотно пися. Хочешь уже, да? Уже хочу. Тоже разогналась, да, на эти. Ой, ну очень красиво. Вот это просто моя мечта, которая, наверное, никогда не осуществится. Да, ладно, осуществить. Я придумала теперь под кисточки, но вот это конкретно для кисточек короткое. Да. Не, вот желтенькое все красивое очень. Ой, смотрите, какая еще прелесть! Это свечка, пахнет она чуть свежестью. Я показала, что это краники. А вот эта свечка, я думала, она медом пахнет, нет, лимонграссом, очень свеженькая тоже. Она подумала, потому что пчелка. Да, конечно. Распродажа свечек от 99 рублей. Просто куча всяких свечек разных, с разными дизайнами. Вот это очень красиво, но просто по запаху не очень она мне понравилась. Она цветами пахнет, ну красивая, под розовый мрамор. Потом есть такая вот под... Нет, это просто белая. Вот такая есть зеленый мрамор. Красивенькая. И вот это, ну это совсем летняя практически. Красивенькая тоже. Вот какая еще красивая постельная белая.
Все с такими сафари мотивами. А тут вот ложечки такие. Да, вот здесь ножички, ложечка и вот эта саламандра. Смотри, саламандра какая классная. Видела? Да. Вот. Подставка, подберите. Да. И здесь продолжение, здесь леопарды, ну, дерево. Ой, вот такой поднос. А кружки я такие вам уже снимала. Вот здесь тоже все желтое, летнее. Вот эта кружка желтенькая, она у них в классике белая с золотом. И вот на лето желтенькая приехала. Плейсматы. Мне очень нравится вот этот кувшин с золотом. Не тяжелый. Я его уже видела в прошлый раз. Не тяжелая? Да, хорошая. Прикольно. Ну, в общем, и сиденье. Ой. Леечка, мама сказала, хорошенькая. Да. Да. Потом, ну вот сзади, ну не буду, спереди вам сниму сейчас. Вот. Тоже летняя коллекция. Оказывается, вот эта свечка все-таки из летней коллекции. Вот. А, еще такая же леечка, только, ой, в другом цвете. Все, пойдемте дальше. Пойдемте уже сдадим эти вещи. Опа, мы спускаемся в страшное место, содержащее большое количество аксессуаров. А-а, внимание, внимание, опасность. Вот смотрите, что мы увидели. Новый вот такой браслетик. Потом новые вот такие массивные такие штуки. А вот те самые большие. Какие самые большие? Первые, которые ты видела. Вот, вот эти. По-моему, их еще не было в прошлый раз. Нет, не было. Потом очень много приехало разных вот таких повязочек на голову. Но это было. Очень много такого непонятного золота. Да, непонятного золота очень много. Непонятного золота вот такого. Вот здесь такие золотые штуки. Мне вот это понравилось. Она такая, не знаю. Вот. Не очень тонкая цепочка. Для таких усилий просто такое. Ну да. И вот это. Вот эти очень красивые сережки. Я маме предложила, но она отказалась. Глазастые уже были. А вот это мои все еще висят, и никто их не хочет, кроме меня. Ой, смотри, какие миленькие. Вот это непонятно, да? Какая-то, да, золотая коллекция. Да, непонятные такие штуки. Ну, нам они непонятные, наверняка кому-то они понятны. Да, вот это классно. Угу. Вот, теперь мы снимаем на телефон. Качество, конечно, не такое. Глаз предохнут. Да. Ну что, не знаю. Мне нравится. Просто эту штуку нельзя померить. Господи, какая у меня большая рука в этой камере. Ну, сейчас подумаем. Смотрите, здесь есть очечки. Они очень, да, они очень похожи на те, которые вам обычно нравятся у меня. Я просто не могу, наверное, себя снимать. Которые нравятся из Зары, когда я одеваю. Я здесь тоже в очень оригинальном цвете. В общем, пока мама там пробивает. Ой, какая прелесть. Смотрите, какая кофточка классная. Прикольная. Платье. В общем, сейчас очень много всего. Ой, полоска. Люблю полоску. Много всего, в прошлый раз мы тоже об этом говорили, очень много всего с цветочками. Очень прикольная вот рубашка с цветочками, маечка с цветочками, в общем, все с цветочками. Тоже с цветочками. Мне нравится с цветочками, мне нравится с Микки Маусами. Он серенький тоже с цветочками. Он там Бэмби. Снова цветочки. В общем, цветочки рулят. Мы идем здесь спорт. Не наше все. Дальше сейчас. И мне вот лестница нравится с зеркалами. Так, здесь мамины любимые. Ой, а что это, новое что-то? Да. Даже вот это не на застежку. Это какие-то пуловеры. Пуловеры. Но они наверняка не стопроцентные. Не стопроцентные. Но здесь еще мамины любимые кофточки на застежку. Сиреневенькие, зелененькие.
Зелененького, по-моему, тоже не было. Не было, но этот красивый, этот мне не пойдет. Потом вот этих пуловеров очень-очень много. Вот такой крапинку какой-то. А вот это, ой, смотри, какая пижамного типа кофточка, рубашечка, прикольная. Рубашечка. 1980. Какая же это рубашечка? Да. А вот это ты имеешь в виду? Да, она со штанами. Прикольная. Много карманов. Ну это военизированная. А, это одежда больших размеров. Поэтому надо много карманов? Да, наверное. Есть другая информация, пожалуйста. Mm-hmm. Новая коллекция студия приехала. Это недавно был показ. И вся она здесь вывешена. Студия есть в очень малом количестве магазинов. Вот на Тверской у нас это один из магазинов, где представлена коллекция. Много всего интересного. Это замечательно. Зато у них нет музыки, когда они у них закрыты. Ой, кофточка прикольная, с разрезиками. Здесь, на нижний уровень, где все очень прикольно. Классно. Да. Очень классная вещь. Здесь все очень яркое, очень спортивно. Цвета. Наверное, перевесили в другое место. Черно-белого очень много прикольного. Да, вот это, смотрите, она такая мягкая-мягкая-мягкая. Мягкая-мягкая, но не очень мягкая, кстати, но выглядит так очень мягко. Вот, что там мама увидела? О, кстати, вот этот кардиган, который у меня, ой, который вы видели во вчерашнем влоге. Платье нам показывали, да? Ну, просто сама посмотрела, без вас. А, вот это платье. Как платье, да? Да. Она, ага. Кстати, тканевая. Да? И вот здесь тоже все в розочках. Вот эта майка прикольная, смотри. Но она опять белая. Я уже не могу. И рукава у нее. Ну да. Вот опять клетчатая, кому интересно. Здесь еще какая-то джинсовка, но это не нашито, это просто аппликация. Но все равно черная джинсовка с такими яркими. Вот, например, вот с таким платьем. Это же платье? Да. Платье, да. Так, что еще? Ну, в общем, наверное, все. Ничего тут больше такого особливого нету. Еще мой любимый отдел с потертостями всякими вот здесь. А, вот с этим языком майка. Да, вот такое. Ну, это мы уже видели. Видели? Да. Там, на улице минус 9. А нас встречают. Да, там снег, кстати, пошел, когда мы уже шли домой. А нас встречают тюльпанчики. Такие прекрасные тюльпанчики. Они потихоньку начинают распускаться. Фиолетовые мои тюльпанчики. А розовенькие. Нет, так Даша постановила. Ну, Леша же. Ну, Дашкин сказала, что это от ее мужчины, от Леши и Степы. Леша это ее муж, а Степа это сыночек. Вот. Я не могу, я не нарадуюсь на цветочки. Тем более, ну вот когда на улице, в принципе, тепло, тюльпаны еще не так воспринимаются. Но когда минус 9... И стоят тюльпаны, это просто уже практически весна дома, по крайней мере. Весна такая, вот. Ай. Мы уже поели, мы уже посмотрели. Попили. Что-то там посмотрели, уже. Мы смотрим какой-то фильм, сериал абсолютно идиотский, называется «По ту сторону». Она мне его впендюрила. Там было написано, ну, нет, детектив. Во-первых, она половину сериала, кажется, уже видела. Я в прошлом году видела, смотрела. А, во-вторых, первую серию наверняка я тоже видела. По какой-то причине перестала его смотреть. Ну, в общем, мы его сейчас смотрим через пень-колоду. Половина я уже не понимаю, про что там речь. Я то одно пропущу, то другое, да, пропущу. Но мы его упрямо смотрим. Да.
В общем, мы в H&M кое-что все-таки купили. Обычендемились. Да, все-таки. Я быстренько расскажу про все свои. А я одну хочу померить прям сразу. Хорошо, но я быстренько расскажу, потому что у меня... Да, действительно. Быстренько. Ой, а что да, это? Просто... Это мое залезло. А да. Почему там дырявость? Там не дырявость, там складочка. А что, складочка? Да, у меня, вы видели, у меня есть повязки на голову, и я их периодически ношу. Я в этот... По-моему, брала только две в H&M повязки такие. Одна белая, очень красивая. А, ну а... под гипюр, кружева как-то сделана. Под кружево сделана, да. А вторая, ну такая она. Такая. Она такая вот, пестренькая, да? Да. Наконец, я вам показывала, что они приехали. Я взяла вот такую. Она очень летняя, да, очень классная. И модная. Да, сейчас как тюрбан. Пальмы, там всякие цветы вот эти. Ну, мы вам показывали постельное белье, да, скатерти, там все это. Мне очень понравилась эта коллекция. И это мягкая. Там нет такая. Птиц. Там нет птиц. Там нет... Там есть насекомые. А, там есть какие-то насекомые. Она сказала, что я не смогу в таком постельном белье спать. Я говорю, глаза закроешь, и не будешь знать, что они там ползают. А вторая повязочка вот такая, она... Мне очень понравилось именно материалом. Тут такой тверденький материал. Они, конечно, обе синтетические, но это она это поплотнее. Поплотнее. Сильно поплотнее, да. Да, и мне кажется, она лучше будет как-то форму держать. Но, кстати, это моя первая, ну, после белой, хотя белая тоже не особо однотонная, потому что она прозрачная. Но это моя первая такая вот однотонная повязка. Мне понравилась. Вот. Они стоят, вот это стоит 599 рублей, вот. Это тоже 599 рублей, вот. Да, мы все купили, опять же, по талону, да, по скидке 15%, мы даже на такие вещи используем талон, потому что у нас их море разливанное. Много, да. А мне взяли вот это вот колье, я хочу его сейчас прямо... Вы тоже его показывали, да. Да, сразу же померить, потому что я не представляю, как это все... Я тебе помогу. Да это сама, а ты вот это показываешь. Так это что же твое все? Да, ну ты сказала, что я тебя буду стирать, так что... Я буду обязательно, особенно... А это что такое? А, особенно одну вещь. А что там? Там же еще что-то есть. А что еще? А, их две, да. Вот он еще. Да. Господи, сколько бумажек? А, это вот это мне очень особо понравилось. Просто на цепочке... Просто на цепочке вот такое колечко. Ничего особенно такого вот сложного, ну просто вот такое кольцо на цепочке. Вот оно мне очень понравилось, потому что длинная такая симпотная вещь. Ой. А вторая, вот это стоит 699 рублей, кольцо на цепочке. А второе, это тоже на цепи. Вот это мне больше понравилось. Да, это маме больше так понравилось. Смотрите. Мне нравится. Мне тоже нравится. Очень клевая фигня. Угу. Очень так, клевая. Что-то здесь перевернуть надо, да? Вот это, по-моему. Да. Ага, я плохо вижу. Очень клевая. Мне понравилось. Да, очень классная. О, вот такое. Вот это мне очень понравилось. Такая, да, а это мне не понравилось. Очень понравилось. Тоже 799 рублей. Хорошо, длина, ну, покажи, длина цепочки, что вот это вот покороче висит, да, повыше, чем с вот чем это вот. Это, да, и вот получается красиво. Да, получается симпотно. Вот. Вот так вот. Ну, в общем, буду моднечек ходить. Мне вот это очень понравилось. Да, это очень красиво. Я сначала думала брать, не брать, а вот сейчас мне понравилось. Да, и вот с этим тоже будет хорошо смотреться, с кольцом. С кольцом? Да. Ну, я сейчас напялю с кольцом. Давай. Мне что? Просто кольцо очень низко кольцом не видно. Ну, просто низко. Монокля такая. Да, да. У меня что, глаз маленький, что ли? Я думаю, что кольцо просто... Так, не надо нам показывать свои белки. Глазные яблоки. Ой, у меня бумажки сгорели. Вот. Так вот. Сегодня у нас был насыщенный достаточно день всякими событиями. И... Получением информации. Информации, встречи. Ну да, было много всего интересного. Мы с вами... А, наши благодарности?
наши благодарности. Я очень благодарна, что Дашулька пришла. Было очень приятно встретиться. Я, конечно, за это благодарна. И очень благодарна за цветочки, которые нам подарили. И очень благодарна за то, что мы наконец вышли на улицу. Боже, как наконец-то здорово. Наконец-то погода нормализуется. Да. И сегодня кассирша в Елисеевском говорит, ну как там погода? Весна, солнце светит. Я говорю, уже темно на улице. Весной не пахнет. Она говорит, а я сегодня сидела за кассой. И мне прям солнышко так светит, и я прям думаю, весна. Ну, в общем... Она говорит, и я думаю, прям весна, пойду на лыжах кататься. Вот такая весна у нас в Москве. Да, ну у многих такая весна. Особенно, правда, Европу смотришь. Нет, ну просто человек так замечательно. Весна, пойду на лыжах кататься. Дети Сакун Джоли, мы сейчас не смотрим, но в Инстаграме я вижу. Слушайте, они уже который день. Снеговиков лепят? Нет, они ездят на каком-то драндулете, ну типа трактор маленького что ли, по снегу. Сколько же у них там снег этот лежит? Мама мне сегодня показывала фотографию Пиза, Пизанская башня, да. В снегу. Представляете? За это можно все отдать. Я говорю, мы там были, трава была зеленая. И говорили, что снег здесь никогда не выпадает. Да. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Пишите по поводу H&M, кто уже смотрел новые коллекции, кто уже что-то спланировал себе купить. Кому не понравилось, не надо писать. Абсолютно это нам не интересно. Ну, в общем, пишите свои впечатления о коллекции, что мы показали. На сайте много чего появляется у них. Слушайте, Анька показала серьги такие вот с длинными там со всякими. И говорит, интересно, кто это покупает? Мы стоим в кассу, и перед нами женщина. Ну, такая не девочка. Не, да? Ну, взрослая женщина, да. Лет 50. Представляете, так что берут. Да, каждому свадьбу. Вот. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаю вас крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока.